Подходи! Без... Захочешь выпить? Подруливай. Я всегда на месте. Эй, сталкер, с чем пожаловал? Не будь шкодить, атакую в расцепную. Сидим тихо, стрельба по сигналу. Ну это хамство. Убери оружие. Ты это, не безобразничай! Ствол спрячь, а? Все, ты труп! Ты покойник! Тебе кранты! Лови лимончик! Наш тебе лимон! Кушай, гранат, не обляпайся! Все, лед, подбереги его! Лови свое счастье, урод! Прикрой меня!
ты прячешься там, чувак? Выходи! Шишек пыхнем! Гранату тебе, Иван! Thank you.
еще помню. Ёптыть, отличный подвал! А сталкеры один за другим шо дурные прут? Чё им тут мёдом помазано? Да, мля, жалко, что тот урод смылся. Ай, хер с ним! Прибыток сбросил и нормально. Ага. Короче, хапаем самое ценное и валим. Либо зона новыми выбросами уничтожает все,
Нет хабара, нет базара. Отак от і стой. І даже не рипайся, фраєр. Все, проходи, не задерживайся. Ну ты даешь, наем. Где твоя снаряга? Тут, знаешь, вообще-то опасно. Без хорошего оружия и прочего никак. Монстры в последнее время совсем озверели. Так что мы готовы дружить со всеми, кто поможет в борьбе с зоной. Если хочешь заработать, поговори с командованием на базе. Наш отряд как раз туда направляется. Держись с ребятами, целее будь. Время дорого. Рассказывай. Ах ты скотина!
сталкер. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Нужно защитить мир от наступления зоны. Чего тебе, наемник? Здравия желаю, наемник. Что здесь делаешь? Давно не видел никого, кто добровольно хотел бы спуститься вниз. Ты хоть знаешь, что тебя там ждет? Не должно быть особо опасно. Да. Все здорово изменилось после того, как мы решили обвалить один боковой тоннель. Видимо, переборщили со взрывчаткой. От взрыва рухнула часть стены, открылись проходы в какие-то новые пещеры. Мы и моргнуть не успели, как из этих нор хлынул поток тварей. Там наших ребят много осталось. Не сумели они выбраться на поверхность. Я отдал приказ завалить все выходы. На какое-то время это помогло, но мутанты начали рыть норы и вылезать наружу. Мы не успеваем завалить одну нору, как они роют другую и снова прут. Такое впечатление, что у них есть конкретная цель – одолеть нас во что бы то ни стало. Я помогу тебе проникнуть вниз, но взамен попрошу тебя помочь нам. На плане подземелья есть насосная станция. Она откачивает грунтовые воды. Если отключить насос и открыть шлюз резервуара, вода быстро затопит подземелье. Это должно остановить мутантов. Сержант Наливайко, направляю к вам наемника. Он будет спускаться в подземелье. Приказываю обеспечить ему проход к норе. Товарищ генерал, неужели нашелся кто-то, кто согласен туда лезть? Нашелся. Позаботься, чтобы у него хватило патронов. Слушаюсь. Ну что ж, удачи. Сержант выдаст тебе все необходимое снаряжение и поможет парой полезных советов. Координаты норы я передал на твой ПДА. Чего расскажешь хорошего? На нас лежит огромная ответственность. Нужно защитить мир от наступления зоны.
уровнем выше тебя. Передаю точные координаты. Осторожней там. Удачи.
торопиться со следующим выходом к центру. Здорово, Стрелок. Рад, что ты жив. Слушай, мы с Клыком нашли все детали и собрали два дешифратора. Оба в схроне недалеко от выжигателя. Заберем их, как пойдем к центру. Призрак, дружище, вот это действительно отличная новость. Значит, слушайте план. По катакомбам нам точно не обломится. Так что остается один вариант. Идти через выжигатель. Я направляюсь к Сахарову за одной штукой, которая поможет нам сохранить свои мозги в целости. Ждите меня на военных складах. Наемник, говорит Лебедев. Переписка из тайника многое проясняет. Теперь мы знаем, что в центре зоны побывала группа стрелка.
тебе дорого. Рассказывай. Вакон, чем могу помочь, ну, сталкер? Здорово. Есть разговор? Удачи тебе! Чего тебе? Неужели ты меня покидаешь? Мир, боже, какое счастье! Страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг, спаси своих родных и близких. Подходи, всегда рад послушать тех, кому есть что рассказать. Что зона будет уничтожена. Ты как, заработать желаешь? Или наоборот?
Ну, привет. Ну, привет. Наш тебе лимонку! Гостинчик. На, хватай! Получай, сволочь! Прижми его! Держи от меня! Отбой!
Приветствую на нашей научной базе. Да, нечасто я вижу здесь новые лица. Но что вы хотели бы узнать? Спрашивайте, я слушаю. Да, такой сталкер бывал у нас. Он удивительно много знал, куда больше других. Утверждал даже, что бывал в центре зоны. Я ему, конечно, не слишком верю. Хотя он показывал мне фотографии. Мы заключили с ним сделку. Он вызвался провести полевые испытания одной из наших перспективных разработок – блокиратора пси-излучения. За это мы обещали дать ему полностью настроенный образец. Стрелок верил, что это устройство позволит ему пройти через так называемый «выжигатель мозгов». Мы дали ему ненастроенный прототип, и он отправился на территорию комплекса. Только вот с тех пор ни стрелка, ни прототипа. В течение некоторого времени мы получали данные замеров интенсивности пси-излучения. Однако сейчас сигнал прототипа потерян. По-видимому, стрелок попал под мощный всплеск излучения. Возможно, стрелок все еще жив и находится где-то в пределах заводской территории, но проникнуть туда без устройства пси-защиты практически невозможно. Мы давно изучаем феномен здешнего пси-излучения. Оно носит ярко выраженный пульсирующий характер. И в периоды спада интенсивности человек может находиться на территории завода в относительной безопасности. Однако мы не в состоянии предсказать, когда произойдет следующий всплеск. Пытаться проникнуть на завод – все равно, что играть в русскую рулетку. Если вы решитесь пойти туда за стрелком, то, скорее всего, просто пополните ряды здешних зомби. Но, возможно, я смогу вам помочь. Недавно группа сталкеров проникла на территорию комплекса и раздобыла там какую-то техническую документацию. Уже на выходе они связались со мной и успели сообщить о своей находке. Но тут их накрыло всплеском пси-излучения. Не исключено, что эти документы прольют свет на причину возникновения столь сильного пси-излучения. Найдите их, и, возможно, мне удастся помочь вам попасть на территорию завода. Группа пропала в северо-западной части комплекса. Там полно зомби. Я не могу отправить туда сталкеров из охраны периметра. Мы и так едва сдерживаем атаки. Сигнал СОС все еще идет оттуда. Попробуйте вытащить сталкеров, если они еще живы. Заходите еще.
вернешься, лучше сам выходи. Ничего, не уйдешь. Все равно сейчас отыщем. Кранты тебе! Хоть где прячься, отыщем! Я пошел! Возможно, еще не все. Всем спасибо, все свободны. Здравствуйте, молодой человек. Всего наилучшего.